Я нажабил-то сколько всего. Как приятно ходить в музей. Гитара, которую сейчас в руках держит Маргулис, и есть тот самый подарок. Это своеобразный раритет, ведь ему уже 45 лет выпускала такие инструменты болгарская фирма «Орфей». Помимо самой гитары, владелец вручил Евгению еще и струны, тоже винтаж 1988 года изготовления. В свою очередь, блюзмен обещал подарить Максиму гитару из своей коллекции, договорились созвониться. Поделился Евгений воспоминаниями и про свою первую электрогитару. Она у меня была, появилась, я выменял бабушкин телевизор на нее. Да. «Рассвет 306», по-моему, назывался. Я отдал какому-то негодяю, своему приятелю, телевизор, а он мне за это отгрузил гитару. Что так сказала бабушка? Бабушке было пофигу абсолютно. Видимо, лишь бы внучок занимался любимым делом. Эта выставка еще примечательна и тем, что на каждом экспонате можно поиграть. Правда, сам московский гость отказался пощипать струны. А вот музыкант его коллектива, наоборот, опробовал едва ли не с десяток инструментов. Оба от увиденного, услышанного остались в полном восторге. Кирилл Политов, Николай Шилко, наши новости.